Друзья, всем привет! Вы на канале Ивана Галкина «Строю дом». И сегодняшний выпуск будет посвящен второй части по строительству и ремонтным работам внутри нашей вскоре построенной ванной комнате. Так вот, смотрите, мы с вами как раз пришли в нашу ванную комнату, будущую уже. Извините. И я закончил штукатурку всех стен здесь. То есть все везде выровнено, все везде готово для того, чтобы продолжать строительные работы. Так вот, я напоминаю, что... Сейчас переключу вид. Я напоминаю, что ванная комната у нас имеет размеры 2 на 3 метра. Ну, то есть чистоте, конечно, чуть поменьше будет. Так вот, попадая в эту комнату, мы с вами как раз вот видим... Впереди стену с окном, против этой стены будет у нас стоять ванная комната. То есть сама ванна будет здесь находиться. С правой стороны, где у меня сделаны коммуникации, здесь вот будет находиться короб. Я уже сделал небольшую разметку. Короб будет 25 сантиметров, может быть чуть больше, 26 сантиметров. Толщиной и длиной почти 200. В этом месте он будет заканчиваться, и благодаря этому коробу у меня возникнет возможность проложить все коммуникации здесь. То есть я воду дополнительно поведу, то есть будет рециркуляция горячей воды для того, чтобы вы открыли кран и сразу же пошла горячая вода. Здесь будет перегородка установлена, стеклянная ширма для того, чтобы брызги воды не летели. Здесь справа, как вы помните по проекту, по нашему, кто не смотрел, вот ссылочку вот сюда вот сейчас вставлю. Справа у нас вот здесь будет стоять умывальник, то есть я уже мебель тоже всю приобрел. Ну и справа на стене вот тут будет находиться полотенцесушитель, для того, чтобы мы могли, вот то есть розетку я для него тоже приготовил, чтобы мы могли здесь сушить свои вещи. Эта стена, напоминаю, останется свободной. Единственное, что у нас здесь будет розетка для того, чтобы подключить фен. Ну и сделаем какое-нибудь интерьерное решение, может быть, я думаю, получится очень красиво, потому что... сделать все со вкусом. Все обошьем это плиточкой, все будет хорошо. То есть сейчас задача следующая, вот это сделать стяжку пола, то есть выровнять здесь все так, как есть небольшой перепад по высотам, там 1,5 сантиметра. То есть зальем стяжку, сформируем ее для того, чтобы здесь ничего нигде не трескалось, не лопалось. Ну и давайте пробежимся по... Немножко я вам покажу мебель. То есть вот у нас акриловая ванная 1,70 м на 70 м. Вот такая фирмы Сенсея. В принципе, неплохая ванна, не слишком дорогая, не слишком дешевая получилась. Потом купили вот такую вот инсталляцию от фирмы Рока, серия Дама Сенса. Неплохой унитаз, про него сделаю распаковку, обзор отдельно. Дальше сама арматура, то есть инсталляции, вот тоже от фирмы Роса. Модель Active WC, ну, то есть активный туалет, если дословно переводить. Ну и тоже про него сделаем отдельный обзор. И раковина, которая будет установлена, вот у нее размер 1200 на 500. То есть светлая, по-моему, не глянцевая раковина. Срок службы 15 лет, вроде бы гарантийный срок 5 лет написано. То есть такая неплохая, вот неплохое решение для ванной комнаты. Дальше пойдемте. Плиточка у нас по плиточке. Взяли ее фирмы Красаро. Вот такая вот расцветочка у нее, смотрите. То есть это будет под дерево она сделана. То есть здесь вот весь объем плитки. Размер ее 200 на 600, напоминаю. Это одна из вариантов. У нас будет два варианта плитки. Дальше взяли церезит 14 для плиточный клей для всех работ с небольшим запасом. Также взяли от церезита затирку. Она будет темного цвета, покажу вам. Ну и, так скажем, вишенкой на торте, наверное, будет являться вот листы керамогранита, которые у меня вот здесь. Я их не стал еще перемещать пока. То есть давайте вот сейчас грация тоже. Вот распаковочка небольшая специально для зрителей моего канала. Подписывайтесь, ребята, не забывайте.
Вот такая плитка. Сейчас сфокусируемся. Вот такая вот, да, плиточка. Размер 600 на 600. И по проекту сделаю небольшую вставочку вам. Вот по проекту она будет выглядеть вот таким вот образом. То есть под мрамор, ребята, под мрамор. Так вот, вот такой небольшой мини-обзор я вам по ходу строительства нашей ванной комнаты сделал. Дальше будем двигаться, я буду снимать, рассказывать, показывать. Сделаем небольшую распаковку, как обещал. И будем смотреть, как преображается это еще недавно газобетонное помещение. То есть я вот сделал буквально за неделю штукатурку здесь полностью. Как это будет преображаться помещение. То есть будем делать под ключ. Напоминаю, поэтому оставайтесь на канале, не забывайте подписываться. То есть кому интересен результат, ребята, он будет результат. То есть постараемся уже недолго, потому что здесь у нас по плитке будут работать ребята. Покажу, расскажу, если интересно, дам контакты. То есть ребята делают очень хорошо, положительные отзывы о них. Поэтому будем смотреть, то есть вентиляция, водоснабжение, вся инженерка, все буду рассказывать, показывать, что и как буду делать, буду выравнивать. Штукатурка есть на канале, кому интересно, смотрите, то есть как заштукатурить, как выставить маяки, я рассказывал. Вот, будем смотреть, что будет происходить дальше. Поэтому все, всем счастливо, до новых встреч. Ребята, всем пока, с вами Иван Галкин на канале «Строю дом». Счастливо!